Не похожа одна весна на другую. Нынешняя тревожит земледельца своим безводьем. Кавалер четырех орденов, бригадир Евгений Федорович Кащенко, знает по опыту, в таких условиях дорога каждая минута. Сохранить влагу поможет специальная технология полевых работ. Необходимо не допустить разрыва между баранованием и культивацией, севом и прикатыванием. Одна смена принимает эстафету у другой. До поздней ночи не затихает гул моторов на полях Саратовского колхоза имени Куйбышева. В прошлом году в хозяйстве перешли на бригадный подряд. И хотя бригада Кащенко и прежде была в передовых, в эту посевную темпы соревнований возросли. Каждый день называет имена все новых и новых победителей. Земледельцы хорошо понимают, что именно сегодня, сейчас, складывается из этих отдельных успехов, решается судьба будущего урожая.